Так, и следующий наш докладчик, это тоже выпускник Академии и базового курса кинезиологии и базового курса по биометрической коррекции Юрий Харламов. И он представит нам свой доклад на тему коррекция походки. Спиральная стабилизация. Юрий Дмитриевич? И она тоже. Да, сразу с инструментами, да, сразу с инструментами. это прекрасно. Хочу напомнить, что после следующего доклада у нас будет небольшой перерыв, чтобы все отдохнули, смогли пообедать, выпить чаю, и мы тогда продолжим нашу конференцию. Спасибо. Так, проверю сейчас управление. Отлично. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Юрий Харламов. Я кинезиолог, реабилитолог, тренер. И сегодня, сразу к делу перейдем, хотел бы поговорить о методе, теоретическую и теоретическую базу, для которого и по которому я работаю, я собираю в течение восьми лет, из которых с того момента, Основную часть времени я использовал двигательную терапию. С тех пор, как познакомился с прикладной кинезиологией, начал внедрять ее инструменты в этот метод. И, как познакомился с биометрической, начал подключать и биометрическую коррекцию. Поэтому вкратце расскажу о сути метода. Основан он на миофасциальных цепях, на активации мышц по цепям. Но это всего лишь концепция, это видение того, как работает тело, потому что основная идея в этом во всем, это то, что мозг воспринимает не каждую отдельную мышцу как двигательный орган, а он мыслит движениями и то, какие необходимы мышечные связки, мышечные группы включить в это движение. Таким образом, мы можем работать с нарушениями походки, осанки, статики динамики, то есть равновесием, все, где неоптимальность включения мышц, мышечных групп и мышечных цепей создает те или иные нарушения. Но длительное время работа шла именно с мышцами. И вот об этом сейчас я начну. Как основа я здесь вынес основные лица, которые так или иначе причастны к концепции миофасциальных цепей. Начинается, как по мне, все с Германа Кабата, который организовал, основал, внес идею проприоцептивной нейромышечной фасилитации, ПНФ, так или иначе известная. Это очень популярная методика реабилитации, в том числе постинсультная, которая основана на концепции, что слабая мышца, начинает включаться в мышечную цепь для того, чтобы организм мог оптимизировать движение. Через активацию этих связей мы создаем восстановление движения. Также здесь подключился со своей концепции Владимира Янда, достаточно известный в кругах кинезиологии, ученый-доктор, который описал концепцию мышц, склонных к укорочению и к расслаблению в условиях стресса. Проще говоря, это перекрестные синдромы, когда происходит протракция шеи, фиксация этой шеи программист, когда происходит развал таза, передний наклон таза, верхний и нижний перекрестный синдром. Он происходит из-за распределения тонуса, либо снижения, либо увеличения в тех мышцах, которые к этому склонны. И далее ниже я обозначил основные лица, основные люди, которые вынесли концепцию миофасциальных цепей, каждый со своим видением, со своим подходом. Самый известный, на мой взгляд, это Томас Майерс, о нем уже шла речь. Это то, что в самом начале конференции мой коллега показывал. Есть цепи, связанные там, с телом, с ногами, есть ручные цепи. Вот есть выпущена популярная книга на этот счет «Анатомические поезда» — это его концепция, так и называется его труд. Самая ча часто используемая, но на мой взгляд здесь есть вопросы касательно работы с вегетативной частью нервной системы. Об этом я как раз расскажу, когда вкратце коснусь всех. Остальных также есть Леопольд Бюске и Томас Ханна, у которых тоже есть труды на тему миофасциальных цепей. Миофасциальные меридианы у Леопольда Бюске и сенсомоторные амнезии, сенсомоторные равновесие у Томаса Ханна. И среди всех подходов, Наибольшее мое внимание привлек Ричард Смишек, или Рихард Смишек, по-разному называется. Честно говоря, я так и не понял, как правильнее его назвать. И его концепция — это спиральная стабилизация позвоночника. Спиральная стабилизация позвоночника. И в целом все концепции миофасциальных цепей основаны на идее системы Tensegrity. Наверняка, может быть, слышали, а если не слышали, Посмотрите, такую даже мебель собирают на основе этой системы, когда кажется, что две части не соединенные с собой, левитируют друг над другом, но при этом за счет сцепки и правильного распределения нагрузки прочно держатся. И вот такие конструкции, как мы здесь можем наблюдать, они разной формы бывают, они не закреплены, их твердые основания не закреплены между собой, но за счет правильного натяжения тросов мы получаем упругую конструкцию, и если ее сдавить, она вернет свою форму. И по такому же принципу работает наше тело и все миофасциальные связки. Потому что кости это является твердым основанием, а мышцы это как, как раз те самые тросы, которые обеспечивают эту стабилизацию. И теперь к вопросу, почему же миофасциальные цепи не просто мышечные здесь называются, а мы их называем миофасциальными. Здесь, говоря также о той концепции, о том методе, про который говорю я, я бы начинал с фасциально-мышечных цепей, то есть поменял бы эти названия местами, потому что прежде всего нас интересует такой объект, как фасция. Как мы помним изначала нашего сегодняшнего мероприятия, мы говорили, что фасции в тех или иных слоях в том или ином виде охватывает все части нашего организма, проникает в мышцы, в эпиневрин в надкосницу, во внутренние органы. То есть везде, куда ни посмотри, у нас есть фасциальная ткань. Фасциальная ткань... Вот здесь вот она под увеличением продемонстрирована. Все вот эти вот диагональные ее расположения миофибробластов, они как раз и создают вот эту систему тенсегретии не только между различными сегментами тела, но и внутри себя. И благодаря этому фасция обладает несколькими очень интересными свойствами, которые одно вытекает из другого. Непрерывная трехмерная матрица. Что это означает? Что по всему телу, где у нас расположена фасция, вот эта вот система Tensegrity, которая может перераспределять нагрузку, она везде одинаковая. Также она имеет собственный фасциальный тонус, поскольку сама система этой натянутости уже создает тонус, который работает автономно, что важно, и даже не под нервной системе. То есть это образование, которое может самостоятельно регулировать тонус без влияния центральной нервной системы. Это очень важный фактор. Отсюда же выходит система самокоррекции, то есть любая полученная нагрузка сверх может перераспределиться в разумных пределах и откорректироваться. А вот как раз, когда получается нагрузка сверх высокая и возникает перенапряжение и нарушение, об этом мы и будем говорить. По тому же принципу строится рассеивание механического напряжения, по сути это ну, то же самое есть. Коммуникационное воздействие это именно способы передачи информации по фасции. И когда мы говорим про биометрическую кинезиологию, помним, да, что стимуляция надкосницы в том или ином Участки захватывает все тело и передает информацию в мозг. Так работает система фасциальной коммуникации. Защитное воздействие за счет перераспределения нагрузки. И, что очень важно, фасции сильно реагируют на психоэмоциональное напряжение. То есть, когда тело испытывает либо эмоциональный стресс, либо, вот как здесь изображен слайд, сидит человек в привычной позе. Это не единственная привычная поза, которая у нас встречается в жизни. Но стереотипные позы плюс эмоциональный стресс знаем, если мы пострессовали, у нас может изменяться осанка, самое простое, это мы сгорбились, но и это в дальнейшем может вливаться в болевой синдром. Основные факторы, которые влияют на состояние миофибробластов, механорецепторов и вызывают изменение фасциального тонуса. И не всегда механической коррекции достаточно для того, чтобы его отрегулировать. Пару слов о формировании самых мышечных цепях и почему не Майерс, а Смишек. Потому что в видении Томаса Майерса у нас множество дорзальных, вентральных, глубинных поверхностных цепей вертикальных, которые обеспечивают нашу стабилизацию. И у него есть одна спиральная цепь, которая обеспечивает наше движение. У Ричарда Смишека не одна спиральная цепь, а 53. Зачем нам столько цепей и при этом одна вертикальная, которая обеспечивает нашу стабилизацию? Вот это как раз к тому... Почему его концепция наиболее мне стала интересна? Вертикальная цепь, которая обеспечивает нашу стабилизацию нашего тела, то есть когда мы находимся в статике и даже когда мы лежим, она работает всегда, она всегда в напряжении, мышцы всегда в повышенном тонусе, эти мышцы склонны к укорочению, они обеспечивают нашу стабилизацию, и таким образом происходит постоянное компрессионное воздействие на позвоночно-двигательные сегменты. А мы знаем позвоночно-двигательных сегментов, я тоже коснусь, что Компрессионное воздействие на ПДС может приводить к грыжам, протрузиям, к дискогенной радикулопатии, к подобным нарушениям со стороны позвоночника. И единственный момент, когда глубинная цепь, стабилизирующая вертикальная, может расслабиться, это когда активизируются спиральные цепи, и у нас возникает движение. Во время ходьбы спиральные цепи забирают на себя работу, а глубинная цепь, вертикальная цепь, расслабляется. Тем самым у нас получается эффект декомпрессии позвоночных двигательных сегментов и происходит процесс восстановления их. И это четко отображено на электромиографическом исследовании, проведенном под контролем смешика, каким образом снимается напряжение с мышц стабилизирующих вертикальных при активации спиральных. Вот видите, на рисунке четко отображено сзади паравертебральная группа мышц, выпрямители позвоночника, мускулюс эректор спины, отображены цифрами 7-8. И при активации спирального движения, когда активируются спиральные цепи, обозначенные вышеуказанными мышцами, насколько повышается от них сигнал и насколько снижается напряжение со стороны глубинной цепи. Это единственный момент, когда они действительно могут расслабиться и включается процесс регуляции. Отсюда следует, что если спиральные цепи включаются не оптимально, глубинная цепь всегда находится в перегрузке. И происходит фиксация ограничения подвижности позвоночного двигательного сегмента, и мы получаем накопление нарушений. В чем это проявляется? Здесь мы можем видеть несколько примеров, в том числе рентгенологическое исследование. Видно, что на правой картинке красным цветом обозначено состояние косых мышц живота, которые обеспечивают как раз спиральную скрутку и снятие напряжения с глубины цепи, они находятся в выраженном гипотонусе. И подвздошно-поясничная мышца, с одной стороны, она пришла в укорочение и изменила статическое положение позвоночника за счет компенсации ввиду отсутствия спиральной скрутки. Вот к таким нарушениям, к сколиозам, сначала к сколиотической деформации, потом уже к истинному сколиозу могут приводить нарушения работы спиральных цепей. Пару слов о позвоночном двигательном сегменте, почему это нам так важно. Мы знаем, что межпозвонковый диск не имеет собственного питания собственных кровеносных сосудов, и его трофика происходит за счет компрессии и декомпрессии. Когда позвоночный диск сжимается, продукты метаболизма удаляются, когда он разжимается, то в него поступают питательные вещества. И за счет того, что постоянно перегружена глубинная цепь у нас ввиду отсутствия движения оптимального, и не включаются спиральные цепи, компрессия преобладает над декомпрессией. Это и есть результат, это след, и следствие этого, это дегенеративные изменения межпозвонкового диска, остеохондроз, грыжи, протрузии, дискогенная радикулопатия и так далее. Наша задача обеспечить оптимальное, оптимальную трофику, оптимальный обмен на уровне межпозвонкового диска путем активации спиральной цепи. И здесь нам помогает закон спирали. Закон Который описывает движение позвоночника и позвоночных двигательных сегментов. Здесь не все так просто. И для демонстрации этой модели я попробую взять вот эти вот два магнита. Нам не важны их магнитные свойства, пусть они лучше отталкиваются друг от друга. Что именно я хочу показать? На бумаге выглядит достаточно вроде просто: что у нас есть: флексионное экстензионное движение в позвоночном-двигательном сегменте, латерофлексия и ротация. Но на деле в жизни за счет расположения и фасеточных суставов, и суставных поверхностей тел позвонков, и то, как распределены многораздельные мышцы межпоперечные, межостистые среди, между позвонков. У нас работает это таким образом, что на единицу углового движения приходится единица линейного движения. И здесь хороший принцип, ни у кого случайно бутылки нет с водой. Есть бутылка. Можно мне бутылку с водой? Я продемонстрирую. Можно мне бутылку? На примере бутылки хорошо можно показать вот этот эффект спирали. Когда у нас происходит единица углового движения, на нее приходится единица линейного. Если мы совершаем флексию в позвонке или экстензию, то у нас происходит угловое движение на наклон и линейное движение на боковое смещение, на трансляцию. Вот так, когда мы откручиваем, закручиваем крышку. Если мы совершаем латерофлексию позвонка, Влево-вправо. Линейное движение у нас происходит на смещение вперед-назад. И если мы производим угловое движение на ротацию, у нас происходит движение вверх-вниз. Поэтому спиральное движение, скрутка, ротация, прежде всего обеспечивает декомпрессию межпозвонкового диска и обеспечивает его трофику. Поэтому если ротация у нас страдает, отсутствует ее недостаточно, недостаточно сразу же трофики позвоночном двигательном сегменте, конкретно в диске, где у нас пульт презентации. Здесь я просто поставил пример 20-минутной работы по стабилизации миофасциальных цепей, и здесь не применена биометрическая кинезиология, работа шла по приголодной кинезиологии с использованием движения, а биометрическая кинезиология позволяет этот процесс значительно ускорить и упростить. Ну, самое яркое изменение, на мой взгляд, здесь – это состояние грудного отдела и мышц живота, то есть косые мышцы живота пришли в более нормальное состояние, и сразу уменьшается передний наклон таза, приходит тонус мышц живота, оптимизируется процесс дыхания, положение шеи изменяется, вот, и человек отмечает, что что ему стало легче стоять, легче ходить и даже легче дышать. Вот. Для обратной связи можно скопировать его <ссылку>, ссылку и спросить, все ли так было. Я думаю, что он подтвердит. Итак, для того, чтобы резюмировать, я старался достаточно большой материал в сжатые сроки уместить, потому что основное я хочу показать именно на примере работы с моделью, потому что биометрическая кинезиология подразумевает работу руками, а не работу движением. Тремя законами можно резюмировать данную, данный подход. Первый закон это то, что при нарушении функции спиральной цепи компенсаторно перегружаются мышцы вертикальной цепи. Основной постулат, из которого мы исходим, говорит о том, что для того, чтобы восстановить мышцы вертикальной цепи, нам необходимо вернуть функционал спиральной. Второй закон это при отсутствии релаксации глубоких мышц вертикальной цепи поверхностные мышцы послойно начинают перегружаться, то есть возникает дисфункциональное кольцо. Дисфункция спиральной цепи перегружает глубокие мышцы, а дисфункция глубоких мышц начинает вызывать локальные перегрузки спиральной цепи. И в итоге без направленного воздействия движением или инструментами биометрической кинезиологии становится практически невозможно оптимально восстановить тонус и распределение тонуса между глубокими и поверхностными слоями. И третий закон, это активация спиральной мышечной цепи, вызывает расслабление вертикальной мышечной цепи, но об этом я уже многократно в ходе доклада рассказал. Поэтому тракция ⁇ это основа лечения и профилактики грыж позвоночника и все, что с ними связано. И здесь я еще подмечу момент, то, что активацией спиральной стабилизации и мобилизацией двигатель, позвоночно-двигательных сегментов мы работаем на пяти факторах межпозвонкового отверстия это компрессия нерва нейрососудистый нервно-лимфатический рефлекс торсия твердой мозговой оболочки функциональные блоки и Таким образом, мы можем работать с вегетативной нервной системой. Это тот момент, который не озвучивается и не используется ни в одной концепции, как я видел, мышечных цепей. Используется как просто побочный эффект. Но мы там начали лучше шевелиться, что-то задвигалось, отлично, органам стало лучше. Здесь же мы, используя те наработки, которые я за 8 лет преднес с помощью прикладной биометрической кинезиологии, мы имеем способ практически прямого воздействия на вегетативную нервную систему, работу с внутренними органами, их трофикой и их парасимпатической иннервацией. И это основной, основная идея, основное отличие, зачем в целом эта работа проводится. И спасибо за внимание к теоретической части, перейдем к практической. Пожалуйста, Николай. Николай сначала не ложитесь, подождите, потому что помимо мышечного теста у нас есть много других интересных моментов, которые мы можем использовать для диагностики. Например, попрошу разуться Николая. И я спрошу, мы кратко об этом поговорили, когда договаривались, что Николай будет моделью. А какие вообще есть жалобы касательно состояния опорно-двигательного аппарата? Что-то болит, что-то где-то тянет, походка, там, равновесие. Мне трудно долго стоять, и боль в спине начинается в пояснице, и болит правая нога. Вот. О чем это правая может стопа. говорить правая стопа? Что нарушена стабилизация статическая, то есть глубинная цепь работает неоптимально, она перегружена. Почему она может быть перегружена? Помним, да? Потому что неоптимально включаются спиральные цепи в движении. Я попрошу сделать тест простой на одной ноге, прислонить вторую ногу, это усложненная проба Ромберга, да? Руки вытянуть вперед и закрыть глаза. Ну, скажем так, 3 секунды и все. А нормой считается 20 секунд. Попробуем на другую ногу. Но когда стопа перемещается, это уже считается не сданным тестом. Здесь подольше, здесь 5 секунд. Вот, это говорит об уровне сенсомоторного моторного контроля в данный момент, то есть при выключении даже помощи глаз, в каком состоянии находится вообще оценка мозгом состояния опорно-двигательного аппарата. Ну, опять же, если я попрошу посгибать ноги, поотводить руки, предложу здесь, мы увидим примерно то же самое, только вот медленно и... Сразу видите, дополнительная синергия подключается, подъем крыла таза, небольшое отведение в ноге происходит. Вот если другую ногу сделаем. Здесь, кстати, намного лучше. Хорошо. И можно медленно руки в стороны развести. Вот со стороны правого включения, оптимальное включение, рано опережающее включение происходит трапециевидной мышцы. Возможно, дельтовидная мышца не до конца входит в движение, мы, включается в движение. Мы спросим, есть ли здесь болезненность со стороны этой трапеции, а со стороны этой... Вот, потому что здесь, ну, явно было видно, опережает плечо а, включение движения. Что касается тестирования, вот это мы уже проведем лежа. Поехали к основной практической части. То есть мы собрали... Да, на спину. Основную диагностику. Угу. Хорошо. Протестируем пациента изначально. Давите сюда, угу. Давим, давим сильнее. Хорошо, нормотоничный пациент. И провоцируем паттерн шага, как основной критерий входа в проблему со стороны миофасциальных цепей. Ногу сгибаем, пожалуйста. Давить, давить сильнее. Ну сразу вышли на нарушенное. Можно проверим другой. Угу. Давить, давить сильнее. Здесь хорошо. Давите. Здесь на Угу, Давите. Хорошо. Меняем ноги. Здесь получаем давим гипотонию, а здесь давим здесь сила. Итак, сейчас мы не будем использовать провокацию руки для того, чтобы войти в компьютер, начать исследование. Это будет недостаточно узконаправленный вход в проблему. Для того, чтобы войти более точно, мы будем для теста использовать ноги, а для более точечной провокации – активацию межлопаточной зоны. Как раз та зона, которая перераспределяет основную нагрузку и создает последовательное включение для усиления передачи Усиление передачи усилия э, немного тавтологии получилось для того, чтобы перемещать наше тело в пространстве. Тот же самый паттерн шага, но тестируем через ноги. Рука согнута, давите ногой вверх и получаем гипотонию. Теперь я попрошу совершить протракцию лопатки контралатеральной стороны от тестируемой ноги. Давите вверх, давите сильнее. И мы получаем усиление. Значит, спиральная цепь вовлечена в эту проблему. И для того, чтобы создать поменять реакцию, создать дополнительную провокацию, и псилатеральную лопатку я попрошу сделать ретракцию, давить в кушетку. Давить вверх ногой, давить сильнее, и получаем гипотонию, а здесь уже вводим в компьютер. Все, расслабить можно лопатку, давите. И здесь чаще всего, поскольку Миофасциальные цепи – это обычно пятый уровень поражения, но мы уже вошли в него, и на подуровне у нас получается одиннадцатый уровень поражения, который отвечает за центральную нервную систему. А так как миофасциальные цепи управляются со стороны центральной нервной системы, давайте подтвердим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давить. Давить сильнее. Есть. Для приоритетности. Давите. Ага. Да, это приоритетный уровень, мы можем работать. Сейчас нам необходимо с помощью поисковой диагностике найти приоритетную субкомпенсацию на основных самых больших местах фиксации спиральной цепи. А это крупные участки надкосницы лопатки, крыльев таза, может быть зона пятого шестого грудного позвонка, реже бывают, это бывает на конечностях. Ну, посмотрим. Может быть, здесь лопатка. Давим. Нет. Может быть, здесь. Давим. Нет. Может быть, это крылья таза. Давим. Угу. Я прошу ремень снять. Чуть-чуть мешает. Вообще, снять. Вообще. Компьютер не теряем. Угу. Сюда положу, никто не унесет. Угу. Так. Давите. Вот, отреагировало это крыло таза. Посмотрим, какая область. Давим. Ничего. Давим. Ну, Прямо по передней подмышечной линии. И здесь давайте удостоверимся, что это приоритетная субкомпенсация. Давим. Угу. Давим. На два постукивания пришло восстановление. Это приоритетная субкомпенсация. Мы фиксируем эту субкомпенсацию. Ставим ТЛ. Подумал, это назод какой-то лежит. Ставим магнит. Угу. Я думаю, что он будет здесь крепко стоять. Оставлю его в чехле. Югом. Ставлю магнит. Подсветили, скажем так, эту область для нервной системы. Угу. Давим. Все, получили фасилитацию. Отлично. И теперь нам необходимо для коррекции этой цепи две мышцы найти, которые будут, ну, по закону биометрической кинезиологии, пораженные и компенсирующие мышцы основной компенсацией. Также универсальной диагностикой введем. Давим. Здесь нет. Может быть, рука? Давим. Нет. Посмотрим. Тут давим. Что-то здесь наружная косая, давим. Нет, передняя зубчатая, давим. Ну-ка, ну-ка, верхняя порция, давим. Нет, а нижняя, давим. Нижняя порция передней зубчатой, давим. Угу. Что это у нас здесь, давим? Компенсация. Ищем дальше по ходу спиральной цепи, угу. давим. Тоже что-то реагирует. Здесь наружная косая, давим. Нет, может быть внутренняя косая, давим. Угу. Давим. Хорошо, давите. Здесь на три стимула пришло восстановление, это поражение. Проверим, они соотносятся друг с другом. Три стимула на компенсацию, один на поражение. Давите. Да, с помощью этих двух мышц мы имеем, по сути, инструмент, которым мы будем посылать всю необходимую информацию в мозг, чтобы произошла стабилизация, оптимизация движения всех 53 спиральных цепей через всего две мышцы. И, соответственно, восстановить функционирование глубинной цепи. Итак, Теперь, поскольку нам известны инструменты, которыми мы работаем, нам необходимо посмотреть сначала. Найти фасилитированный индикатор, который нам укажет напрямую уровень поражения, из-за которого возник дисбаланс. Для поиска фасилитированного индикатора мы используем мышцы глубинной цепи. Это ну, вертикально, это может быть воздушно-поясничная, давим вверх пяткой. Нет, это не она, это может быть приводящая. Давим внутрь. Да, это приводящая мышца, проверим, что это фасилитация. Вот сюда ладонь на СП-21 ставим, Давите, давите сильнее. Да, это гиперфасилитация. Раздражение цепочно-ядерных рецепторов. Давим. Угу. Дало ослабление. Это говорит о вегетативном поражении. Если сумчатые ядерные провоцируем, давите. Ничего не меняется. То есть здесь вовлечена в, в основе вегетативная нервная система. Поищем уровень, начинаем с седьмого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давите. Нет реакции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давите. Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Давите. Пришла слабость. То есть здесь вовлечена сердечно-сосудистая система. По ее причине, возможно, где-то была нарушена трофика, из-за мышечной ткани, из-за чего оптимально стала включаться спиральная цепь. И дальше пришла дисфункция на глубинную цепь и пошло, поехало дисфункциональное кольцо. Хорошо. В таком случае мы проведем диагностику по вегетативной нервной системе с помощью нейромедиаторов. Берем адреналин, ацетилхолин и серотонин. Начнем с адреналина. Угу. Давите. Пришла гипотония, потому что с локализацией на приоритетную субкомпенсацию была сила. И начинаем. Диагностический поиск. Раз, давите. А вдруг травма какая-то влияет. Нет, раз, два, давим. Есть, уже нашли со стороны мышц дисбаланс. Давите. Это не шейный отдел. Давите. Еще раз. Давите. Это грудной отдел. Давим. Давим. Большая грудная здесь. Давим. Дам. Давите. Угу. Давите. Давите. Поражение. Посмотрим, широчайшее здесь. Может быть, давите. Ну-ка, давим. Нет. Давим. Нет. Может, мышцы живота? Давим. Угу. Не они. Посмотрим, может быть, ромбовидное. Давим. Да. Чуть-чуть приподнимите плечо. Давим. Ромбовидное. Давим. Угу. Давим. Ну, поражение. То есть мы также в основном находим мышцы, которые являются частью спиральной цепи. Давить. И проводим стабилизацию, чуть-чуть вот так вот держите плечо, чтобы удобнее было достать ромбовидные. Угу. Три на компенсацию, один на поражение. Ну это прям слишком, прекрасно достаем. Спасибо. Давим. Угу. Раз, два, давим. С мышцами все. Раз, два, три, давим. Раз, два, три, четыре, давим. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, давим. Раз, два, три, четыре, пять, давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давим. Связочный аппарат внутренних органов. Тут нам понадобится еще один магнит. <связываем> Седьмой уровень поражения. Фиксационный аппарат внутренних органов. Ищем по сигнальным точкам. Давите. 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 Не передать, сколько раз, наверное, за прием человек слышит слово "давите". Давите. 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 Толстый кишечник. Что это у нас тут? Давим. Угу. Давим. Давите. Поражение. Замечательно. Локализуем мопункт толстого кишечника. Давите. Все верно. И по найденным нами инструментам закрываем проблему на местном уровне. Это передняя зубчатая нижняя порция и внутренняя косая. Давите. С противоположной стороны. Отлично. Таким образом создаем голограмму для мозга, которая уже дает ему понять, каким образом здесь соотносится связочный аппарат толстого кишечника и функционирование основных пораженных мышц спиральной цепи, позволяя ему согласовать эту работу и восстановить их нормальное функционирование. Другими словами, мы постучали в дверь мозгу и показали, смотри, вот здесь не так, а он и знать не знал, там вроде как все работало и нормально. Мы его внимание обратили на эту проблему, и он сейчас начнет применять инструменты для исправления данной ситуации. Ну что ж, получилось у него? Давим. Хороший мозг получилось. Давим. Седьмой больше не сигналит. У нас еще давим. Фасилитация сохраняется. У нас должна перед последним уровнем гиптония сюда прийти. Ищем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давим. Ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 давим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, давим. Давить. Нет. 14, давите. Нет. Четырнадцать, давите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Давите. О, аж аж пятнадцатый уровень. Ну что ж, здесь наиболее быстрая техника стабилизации мы используем. Давим по точкам центральных меридианов. Давите. Угу. Давим. Здесь нам понадобится затылок. Суть по всему. Давим. Да. Давите. Угу. Давите. Поражение. Раз. Сгибаем ноги. Копчик мне нужен. Ваш. Таз вверх. Ага. Давить. Хорошо. Давить. Колени не сводим. Давить. Угу. Два поражения. Здесь фракт... фрактальный метод используем. Давить. А какое из поражений более приоритетное? Также 3,1 Мы находим взаимосвязь. Давите и получаем что? Затылок. Приоритетнее. Давите. И вот так два поражения, из которых... Одно является компенсирующим, скажем так, поражением, а второе – приоритетом точно так же закрываем. Угу. Все, можно выпрямить ноги. Давите. В зависимости от пациента может быть разная скорость. Давите. Так, давите

Давите. Нет, давите. Здесь. Давим. Поищем магнитом. Давите. Угу. Давите. Вот тут давим. Угу. Ничто здесь не беспокоит. Там не ноет, не болит в этой области. Мышцы не перегружаются. Давим. А поражение есть. Раз, два. Давим. Угу. Давим. Давить. Да. Давите. 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 давить Давите. Давите. Угу. давим. Хорошо. Давите. 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 Uh -huh. Давите. Uh -huh. Давите uh -huh. еще раз. Замечательно. Такой техникой можно работать со шрамами, с ожогами, с рубцами, с местами, где недавно была травма. Для многих вещей она подходит. Давите. Замечательно. Давите. Нет. Давим. Угу. Давите. Давите. Угу. Давите. 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 Вот нашли еще одно направление. Давим. Угу. Давите, хорошо. Ну смотрим, давите. Пришла норма, давите. Так, ждем. Может это гипотония? Давите рукой, давите сильнее. Это гипотония. Нам остался один уровень на, здесь найти закрыть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Давите. Да. Ну здесь сделаем более экспресс методом. Давите. Можно затылок еще раз? Давите, давите, хорошо, давите, угу. экспресс-метод окажется дольше, к сожалению, давите, только что это стало понятно, ну и для стойкого результата давите, нам нужно применить ту же технику, давите, иногда бывает, что на уровне симпатики у нас много уровней, например, на парасимпатике вообще ничего, давите, есть, давите, нет. Давите. Поэтому нельзя предсказать, сколько мы давите. Задержимся на том или ином уровне. Давим, давим. Вот оно. Давите. Угу. Давите. Давите. Прошение. Здесь есть боль? Есть. А вот тут? Тут меньше. Есть. Вот здесь больше, да? Нет, сейчас. Вот, вот она, да. Угу. Давим. Давите. Угу. Давите. Компенсация. На компенсацию мы кладем магнит. И также кожную складку используем для закрытия. Давить. Угу. Давить. 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 Угу. Давите. Нет. Давите. Давите. Да, да. Давите рукой, даем сильнее. Да. Давите. Давите. Давим. Давите. Давите. Давим. Есть. Нашли второе направление. Закрываем. Угу. Я скажу, что достаточно много мы уровней нашли со стороны симпатики. Обычно возникает меньше. То есть здесь человек, скорее всего, давно ходит с этой проблемой. Больше двух лет точно. Я не помню, сколько. Всегда было. Всегда было. Сколько себя помню. Ну... Когда такое возникает, скорее всего, это следствие просто очень давней проблемы, успел очень много компенсации наслоиться на нее, поэтому столько уровней мы отрабатываем. Давите. И мы в итоге получаем, давите, нормотоничную реакцию. Кто сказал, что это все? Теперь мы берем норадреналин, ацетилхолин и банковскую карту Синькофф-банка. Это не реклама. Так. Ацетилхолин. Давите. Нет реакции на ацетилхолин, то, о чем я говорил. Со стороны парасимпатики нам не требуется что-либо регулировать. Кладем адреналин и ацетилхолин вместе, давим. Тоже ничего, а могло бы быть. Серотонин давите. Ой, как хорошо. Сразу все вместе давим. Да, здесь есть. А, нарушение со стороны, скорее всего, блуждающего или диафрагмального нерва. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давим. Угу. Посмотрим, что это. Блуждающий. Давить? Нет. Диафрагмальный может быть. Давить? Да, диафрагмальный нерв. Но здесь нам нужно найти место компрессии. Давим. 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 Здесь пищеводное отверстие. Давим диафрагмы. Давим. Есть поражение. Ищем здесь. Давим. Нет. Давим. Давите. 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 А тут у корня легкого, видимо. Давим. Да. Давите. Угу. Давите. Раз, давите. Что приоритетнее? Приоритетнее пищеводное отверстие диафрагмы. Давите. Ну и здесь ткани должны быть напряжены и достаточно болезненны в этой области. Угу. Хорошо. Так и закроем. Вдох. Стоп. Выдох. Давите. Угу. Давите. Хорошо. Давим. Вдох. Давите. Угу. Выдох. Давите. Выдох не подходит. На вдохе корректируем. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И здесь можно даже сделать еще. И еще точнее, мы используем TL на нашу зону поражения, давим, и закроем на местных инструментах, которые мы нашли, давим, угу. чтобы сразу еще глобальнее провести эту коррекцию. Угу. Хорошо, смотрим, какая у нас реакция, давим, норма реакции, давите, да, убираем нейромедиаторы, давите, давите. Угу. Давите. Все, здесь норма реакции. Мы завершили коррекцию со стороны спиральной цепи. Убираем магнит с приоритетной субкомпенсации. Но для того, чтобы оптимизировать весь сценарий, у нас же не только спиральная цепь есть. Давите. А, там еще магнит. Надо проверять, чтобы не забыли магнит под пациентом, давите. Гипотония сохраняется, и у нас есть еще одна цепь для отработки. Если мы грамотно сделали и собрали спиральную цепь, нам необходимо спровоцировать вертикальную цепь, глубинную. Делается очень просто. Берется линейная нагрузка, которая создает компрессию на позвоночный двигательный сегмент. Как пресс качаем, помним? Вот такое скручивание. Вот сейчас нужно разок качнуть пресс. Сделать такое движение с выдохом, скручивание напрячь пресс, а потом вдох и лечь ровно. И после этого мы протестируем мышцу вертикальной цепи. Поехали. Качнули пресс и вдох, ложимся, угу. давим вверх, давим сильнее. Так, еще раз, мы выш... э, из компьютера вышли. Э, важный момент, еще раз качните, в процессе повествования компьютер не убрали. И выдох, смотрим цепь, давите и получаем гипотонию. Для наглядности покажу, что изначально эта мышца в норме. Давите, давите сильнее, то есть нормально работает воздушно-поясничная. Еще раз пресс качнем. Выдох и вдох. Отлично. Давите вверх. После такой провокации мышца, связанная с глубинной цепью, давите. Пришла в гипотонию. И здесь мы проведем коррекцию уже по блуждающему нерву. Нейромедиаторы нам не потребуются. Мы сейчас найдем место приоритетной субкомпенсации на месте компрессии блуждающего нерва. Поехали искать магнитом. Угу. Давить. 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 Есть. Давим. Апертура входа в грудную клетку. Давите. Это субкомпенсация. Надо будет держать магнит здесь. Угу. Теперь найдем компенсацию с другой стороны. Давим, нет. Давим, нет. Давим, нет, давим. Вот так по всем местам давим. Проходимся. Давим. Давим. Вот она. Раз, два. Давите. Угу. Давите. Давите. Получаем компенсацию. Эта компенсация будет для нас универсальной для коррекции всего, что связано с блуждающим нервом. И теперь мы выйдем на орган очаг, поскольку у нас идет ТЛ на а, приоритетную субкомпенсацию. Все мышцы, давите рукой, находятся сейчас в фасилитации. Давите ногой вверх. Кроме Билатерально одной мышцы, связанной с органом, который будет органом очага, и через него мы будем совершать коррекцию. Локтем вверх давите, пожалуйста. Нет. Вот туда рукой давите, пожалуйста. Нет. Вот туда внутрь. Нет. Вот сюда наружу. Нет. Да-да-да. Угу. Нет. Вот сюда к противоположному бедру. Нет. <кхм> Стопой внутрь. Нет. Нет. Рукой вниз в кушетку. Нет, нет, прям в кушетку. Ну, хорошо, вот сюда. Хорошо. Нет. Так прямая тоже бедра не была. Может быть это ТФЛ. Нужно выйти. В ту часть. Диагонально. Вот сюда давим. Давим сильнее. Есть слабость. Давим сюда. Двухстороннее. Вот он орган с которым мы будем проводить работу. Толстый кишечник. Локализуем. Второй рукой здесь. Давить. Давить. Угу. Итак. Поехали искать. Зря я вышел. Работаем с этой ногой. Давить. Раз, два, давим. Сразу есть мышечный дисбаланс, поехали его искать. Раздражаем шейный отдел, давите вверх. Прошу прощения, оказался спиной к камере, давите. Угу. Ну, здесь шейный отдел отреагировал. Будем искать мышцы на шейном отделе, да? Давите ногой вверх. Ну, сразу восстановление. Ну, посмотрим, может это ГКС, давим вверх. Да, давите. Угу. Давите. Поражение. Все, мы нашли мышцы поражения. И с нашей универсальной компенсацией, вот здесь мы закрываем. Три на нее, на блуждающем нерве, и один на ГКС. Давите вверх. Замечательно. Согласовываем. То есть нам не нужно искать компенсацию на каждом уровне. У нас есть одна универсальная компенсация, которая закроет поражение на любом уровне, на который мы выйдем. И таким образом мы согласуем с блуждающим нервом все уровни поражения, которые найдем. Ищем дальше. Диагонально давить. Угу. Давить. 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 Угу. Давить. Да, это пятый уровень, позвоночник, шейный отдел, давите вверх. Нет, грудной. Давите. Угу. Так, часть. Давите. Здесь, скорее всего, будет пятый шестой грудной позвонок. Угу. Давите. Так, здесь делаем просто, ставим ТЛ на пятый шестой грудной позвонок. Почему именно пятый шестой? Потому что согласно правилам сводных братьев Лавет, именно там происходит соединение с направленного вращения и это основное базовое место естественной скрутки твердой мозговой оболочки вверх давить угу. так давите ногой вверх давите ногой вверх еще раз давим. Угу. Вот так согласуем. Давите вверх. Хорошо. И нам надо, чтобы там скрутка твердой мозговой оболочки и происходила. Хорошо, проверяем. Угу. Давите диагонально. У нас осталось что-то одно. Давите. Давите. Давить. 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 Нет. Давим. Нет. Давить. Так, тринадцатый. Мы так могли до 24-го стучать, но остановились на 13-м. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Давить туда. Да. То есть эмоциональный фактор это приоритетный. Что такое? Нормально? Угу. Это приоритетный для компрессии блуждающего нерва, который вовлечен в неоптимальное включение глубинной цепи. Ну, поищем. Давите вверх, где это будет. Давите. Угу. Давите. <к <к> Лучше я магнит подержу. Так, быстрее, давим. Есть поражение. Давим. Давим. Нет. Давим. Так. Давим. Хорошо. Давите. Давите. Угу. Давите. Ну, Крыло свиной кости. Давим. Угу. Держим тут. А, даже не нужно держать. Мы сделаем раз, два, три. Раз. Давим. И согласовали. Все, можно держать магнит снова. Согласовываем. И со стороны эмоций мы этот фактор поправили. Ну что, проверяем? Диагонально вверх давим. Есть нормотония, давить. Есть нормотония. То есть теперь все вот это вот снимаем. И провокация, ноги вместе. Провокация глубинной цепи. Сейчас пресс опять качнем с дыханием выдох, фу, качнули. И вдох, легли. Смотрим, давите вверх. Нормально, держит. Шлифануть это все нужно оптимизации, как говорили, согласованием клочных рефлексов, рефлексов походки, мизинец с большим пальцем. Просто покажу, что не будем корректировать, если на это давите вверх. Приходит гипотония, а она пришла точно так же в компьютер. И путем активации меридианов мы ищем точку на руке и ноге, 3:1. 1 согласовываем. Экспрессом рассказал. После этого будет замечательно. Все, встаем и давайте проверим. Просто. Про Пробу Ромберга. На одну ногу, на которой хуже всего было. Ага. И глаза закрыть. Это делали рефлексы походки И вот мы видим результат. Значительные изменения по... Там ну, вообще смотри. Кардинально. Юрий Дмитриевич, спасибо большое. Спасибо вам. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, полчаса. После перерыва у нас еще три спикера. И самое интересное, самое сладкое, то, чего многие так ждали, мастер-класс от Сергея Викторовича Молоткова. Не переключайтесь, ждем вас через полчаса.